Всем привет! В этой серии начнем такие же играть за Колумбию. Предыдущая была ознакомительная. Так, знакомились со страной Пабло Эскобара. Надо полагать. Ну, кокаин здесь выращивать не сможем. Но всякую лабуду, я думаю, производить. Чего это? Дипломатия. Мы на 69-м месте. Все очень хорошо. Не было так печально. Деньги. Деньги. Мы в плюсах. Минимально, конечно, но в плюсах. Пошлины 25%. Значит, мы распустили всю армию, чтобы она не ждала денег. Нашел интересную очень фишку, которая позволяет Боливии. За что воюет? Контролем Аргентины. О, ребята. Идущиеся войны. В стране османской власти в Триполи. Война за независимость Техаса. Боливийская война. Боливия сливает. Канский. С кем воюет? Пекан, Хива, Персия. Бразилия с Боливией. Так, до сих пор не могу понять, мексиканский эскадр, до сих пор не могу понять, как, какой закон принять, чтобы можно было строить столько фабрик. Нет. Почему? Политика. Что на консервативной партии? Столько фабрик нет. Либералы. Нет. Националисты. Да. О. Протекционизм, госкапитализм, моралин, летнее жительство. Надо попробовать. Панаму уделять не будем, мы прорвем панамский канал. Выборы. Выборы. А как провести выборы? Выборы. Нам нужны кто? Нам нужны националисты. Реакционеры. Проведем выборы. Отлично. Ой-ой, реакционеры вряд ли победят. Вряд ли они победят. Их даже меньше, чем либералов. Ну, ничего страшного. Попытка не пытка. Пока что, пока сидим на жопе ровно и смотрим деньги. Денег в казне. Тысяча. Выплатить заем. Так, что-то я вот... Тысячу. Протекционизм. Есть. 750 с копейками. Есть. Потому что проценты по займам выплатить. Все. Теперь мы уже никому ничего не должны. После всего этого дела мы накопим хотя бы еще 1000 монеток.
по неземнологии. Должны капиталисты. Так, атеизм, морализм. Не знаю. Что это дало? Аргентине уже дали денег. То есть, что за газетка? Производство боеприпасов. Цены растут. Краковские исследования. Афганистан расширяется. Фламандский лев. Партнерские отношения. Синдержа Испания. Ого, война Нидерланды и Бельгия. Интересно. Посмотрим. Правда, на его войне. Опс. Госкапитализм. Отлично. Оправданная. Кто воюет? Португалия с Испанией? Ой-ой-ой. А чё они хотят? Захват региона, ведущиеся войны. А где война эта? Которую нам обещали. Бельгия с Голландией. Непонятно. Непонятно. Британии. Так. Так, что у нас националисты? Вид на жительство. Так. А если я не хочу это выбирать? Полное гражданство. Вот так вот. Реформа. Реформ нету. Милитаризм. Консерваторы победят. А как же вас сделать-то, ребята, националисты, консерваторы? Надо какие-то законы, по-моему, принимать. А какие? Что я вот понять не могу. Фабрики надо строить. Так, национализм, госкапитализм. Госкапитализм. Афрокари... Кто? Ты тут? Реакционеры. Короче, беда черная. Надо как-то это все дело. Так, снижаем налоги на богатых. Связан. Морализм. Католичество.
где это? О, о, есть. Есть, есть, есть. Промышленность дальше. Железные дороги. Что? Чего? Провести мобилизацию. Не понял. Нет, провести мобилизацию. Окей. А за что? А за что? Дипломатия. Какой регион? Что, сохранил что ли? Колумбийская Амазония. Вот это? Вообще подарили? Как это? Ёпкрасите. Новый план. Новый план. Окей. Что это? Стрелка. 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 Нам армия нужна. Про... Кто пойдет? Пойдет пехота. Вот так вот. А есть как-то оборона? А вот тут вот. Вот тут вот будем обороняться. Да. Чего? Ай, Бразил. Бразил. Сохранить. И чё? 90 дней. Почему 90 дней? А потому что у нас ничего нету. Для того, чтобы армию создать. И с хрена ли баня упала, как говорится. Но, похоже, надо мириться. А как мириться? Мириться мы не сможем. Почему? Потому что они опухли. Они не примут. Нет. Чили. А у нас союзников нет. Офигеть. Офигеть, это кто? Армия Эквадора. Это дипломатия. Почему? Сейчас придут Бразилия. Крепость я тут могу построить? Нет? Нет, не могу. Не дают жить спокойно.
дают, что с армией. С армией все хорошо, армия не строится. Мобилизация отсутствует. Перейти. Куда перейти? Может, построить там? И кто у нас сейчас при власти? Консерваторы. Почему вы... Почему не строят фабрики? Это хорошо все. Но дело в том, что нам надо воевать. Почему мы опять в минусе? Взятые займы. Минус 80? Почему? Армия? Армия. Армия, армия. И что мы будем делать с этой армией? О, Табатинга, 6000. Наша армия. И что? И что? Отдыхаем. Получаем люлей, да? Колумбия, Колумбия. Ну, конечно, красота. Надо же. Крестьяне. А тут-то непонятно, не видно. Акционеры плюс, окей. Акционеры при власти. Вы бы как-то... 39-е место. Надо же. Организация мизерная, просто мизерная. Коронация королевы Виктории. Александрия Виктория из Ганноверской династии была коронована с короной Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии под именем Виктория. Да. Красоты. Ну все. Или уступить им. И что будет? Так, концепция поменялась. Как его редактировать? Концепция поменялась, ребята. Теперь мы держим тут оборону.
что это нам дало, непонятно. Кажется, мы имеем 9000 солдат против 30. А что такое-то, а? Ладно. Где-то сраная Бразилия. Предложить мир. Прекрасно. Хорошо. Хорошо. Ребята, окей. Всех распускаем. Армия слишком дорого нам обходится пока. И фабрики мы строить не можем. Мы уже влезли. Круто. Очень-очень круто. Ну ничего, мы запомнили. Мы запомнили. Так, армия. Дети резервисты целые. Да, ну ничего. Это наша страна. Мы потом разберемся из Бразилии, из Чили. Опа! Британская Гаяна. Суринам. А где голландская? Расстроили меня. Бразильцы. Очень сильно расстроены. Колониальные державы. Ну ничего. Чунды, правда. Десанты. Перу. Слушайте, ребята, вы, честно говоря, очень серьезной засаде. Ну где оно все? Где оно все? Вот это вот дело. А что у нас тут? Коммерция. Кинофабрики. Свобода торговли. Ой-ой-ой-ой. Расстроили меня. За Японию было веселее, конечно. Стоят черти. Как бы вас тут пощемить? Есть какая-то такая штука, чтобы заслать шпиона или что?
полтора миллиона населения в Бразилии, а у нас 400 тысяч и падает. Грамотность и полных 10%. Ужас. Где образование? Образование. Подурили совсем, что ли? Всем учиться. Бедные, блин, ну честно. Гайнам и Синам. Найс. Да. Я вам говорю, за Японию было повеселее. Короче, засада. Засада такая, что армии нет. Флота нет. Населена роботом. Так, Панаму что ли продать кого-то? Священники. Я хочу строить фабрики. Почему? Почему никто не строит ничего? Кризис. Такой кризис. Да их 1,5 миллиона всего. Это ж, блин, не Япония с 50 миллионов населения. Почему население не растет? Дурдом какой-то. Дурдом. Великий. Сальвадор. Дипломатические отношения. Кунить. Просить проход нет. Кунить. Улучшить. Принять. Окей. Сальвадор. Мы не уступим. Мы не уступим. Ну да. Выплатить заем. 500, 600, 600. Окей.
Конфедерация Северная Ангола. Одолжила нам денег. Ё-моё. Почти 60% грамотных. Как у нас в школах. Что это? Военная мощь. Что это дает? Ну, генерал. А, это мобилизационный резерв. Одна бригада. Обалдеть. 71 место. Наши. Что будет передохли, сволочь? Игра, конечно, не очень живая. Я думаю, блин, на сегодня хватит. Я расстроен, оскорблен. Что тут греха таить? Унижен. Унижен бразильцами, у которых много-много диких обезьян. Вспышка оспа. Кундинамарка. На 15. Да, пошли. 20 тысяч на год. По бороде. Нет, наше общее население 1,5 миллиона. А что значит это? Что значит это? Один и 2% солдат. Дипломатия. Кризис. Правники. Я хочу сюда держать. Черти. Он любит держать. Молодцы. Этот несчастный Сальвадор обогнал меня по уровню. Обалдеть. Окей. Что, промышленность. Нет, коммерция. Фондовый рынок. Какой фондовый рынок? Обогащение машины, машина и производство. Кризис хочу. Ну, почему не великая страна? А что вы думаете? Охренели что-то, слушайте. И что? Давайте еще не хату добавим. Смазки.
Римской империи Египет. А, газетки. О, свежие. Бразилия. Опять? 16 сентября 1937 года. Видите леса с Махарами? Пугают. Ой-ой-ой, что-то я в какой-то такой международной изоляции. Я не хочу давать любовь в разные трущобы. Нет. Так вот, никаких либералов. Задолбали. В Японии было 99% грамотных. Офигеть. Ладно, действительно, на этом хватит. Ой. Всем пока.